Масштабных культурных событий в Тобольске с каждым годом становится больше. Для создания новых фестивалей открылась лаборатория шоу-мастерства. Проект ориентирован на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Ребята смогут погрузиться в мир создания культурных продуктов. Я сама являюсь певицей и в том числе организатором различных фестивалей в нашем городе и вообще, в принципе, в Тюменской области. Поэтому, в принципе, летняя лаборатория косвенно пересекается со всеми сферами, в которых я задействована. Поэтому летняя лаборатория – это вот именно то место, в котором можно будет провести остаток лета и понабраться различных знаний, которые пригодятся в дальнейшем в моей сфере деятельности. Участники смогут пройти обучение по четырем направлениям – продюсирование, шоураннерство, художественное оформление и цифровые медиа. Все это отвечает современным требованиям индустрии и поможет молодым людям освоить различные навыки. Мы научим ребят подбирать команду правильно, работать с мотивацией команды, поискать, возможно, финансирование дополнительно для своих программ, ну и тому подобное. Все зависит только от запроса непосредственно участника. Работать с ребятами будут эксперты по направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Появление лаборатории стало возможным благодаря гранту губернатора Тюменской области. 40 часов офлайн-встреч, 10 часов онлайн-встреч. Наши площадки, Кванториум, Центр молодежных инициатив, естественно, при поддержке Комитета по делам молодежи. На выходе мы получим, первое, это эскизы собственных идей, а во-вторых, это помощь или организация полностью мероприятий уже ранее заявленных. Создать первые творческие проекты смогут 200 молодых людей. Их они реализуют на культурных и туристических площадках города. А еще познакомятся с потенциальными работодателями. И, конечно, участники получат уникальный опыт, который поможет им найти свое место в индустрии культуры и туризма, а также внести вклад в развитие Тобольска. Юлия Савиных, Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. Тобольское время.